Улететь, вторую базу сделать. Это что такое? Давайте я к вам впишусь. Да, там НТВшка рейдит. Блин, хочу НТВшку. Помнишь, как ты играл раньше? Забудь. Мы представляем вам проект серверов Anturnet Z, пожалуй, лучший из проектов. Мы не соврем про то, что у нас все идеально, но у нас отличная оптимизация, ежедневные акции, уникальные системы и круглосуточная техподдержка. Anturnet Z. Новая надежда для Anturnet. Всем привет, с вами Теспи, и мы продолжаем проходить Battle Pass на карте Pay. Моя текущая задача — убить 20 животных. Только вот они встречаются крайне редко, вот если бы это были игроки. В общем, приятного просмотра. Так, в общем, вот столько у меня магазинов заполненных, и два нянкета магазина, я не знаю. Ну, все очень хорошо. Значит, в городе надо обязательно чекать аккуратно. Я поставил, кстати, вот эту вот модельку, которая делает мой автомат куда быстрее, чтобы он был еще скорострельней. И я должен еще более разносить с ним. Так. Есть контакт. Хорошо. Напоминаю, мне нужно найти животных, но они не встречаются, они очень редки. А из-за того, что я постоянно хожу ут, который можно засейвить, я вот... Блин, он вообще пустой был. Да. Я в поисках животных, никак не получается никого найти, уже столько пробежал. Но я слышу человека, это очень хорошо. Вот, я иду к тебе. А это Шеги всех убивает, смотри, там Шеги убили. Горбуль убил Шеги. Значит, надо попытаться, там топовый сет должен быть. Да, прямо за деревом, смотри, стоит. Вот, пиксель маленький видно. Так. Блина, я думал... Да, тут будет сложно. Так. Хорошо. Это мы Шеги убили, кстати. Если Шеги туда бежал спокойно, значит там никого не должно быть. Хотя у него в команде еще два человека. Блин, это что, турель стоит или... Походу, да. Ай, блин, почти тут дерево подошел. Ну как? Эх, у него, да, в команде несколько людей его прикрывают. Нет, мне пока что эти заутыши, я не знаю, совершенно не нужны. Я вот слушаю выстрелы, я пойду на выстрелы. С этими заутышами мне сейчас надо Battle Pass выполнить. То есть вот эти вот замесы, они меня отвлекают от выполнения, от того, что я получу привилегии, от того, что эти привилегии дадут мне очень большое преимущество. И вот эти вот бесконечные файты, это не то. Мне надо искать животных. Мне надо, если я там не могу пройти, если там жесткие зарубы и жесткие заутыши, надо пойти в другое место. Тем более я тут слушаю выстрелы. Ой-ой-ой. А тут у нас самолет, а у меня есть отмычка. Так, сколько я убил? Одного. Я одного убил. Так. Давай! Умри, пожалуйста! Ну почему ты не умираешь, а? Так. Так, блин. Блин. Хорошо. Он улетает, что ли? Надо срочно забрать самолет. Надо проверить. Мандаринка лечит? Мандаринка, господи, мандаринка, ешься. Да мне нужен вертолет ваш. Да, мандаринка лечит. Я не хочу рисковать, я хочу забрать самолет. Так, самолет закрыт, конечно. Господи, так. У них должны быть петарды, да, петарды есть. Так, SSSSS. И, пожалуйста, вот так. Там животные еще. Не достреливает. А как так, коровка? Блин, я убил его или нет? Я не знаю, я вернусь. Первый раз угнал самолет на модовом сервере. Каев. Надо где-нибудь посадить и построить дом. Улететь, вторую базу сделать. Это что такое? Охренеть, господи! Так, я построю, не знаю. Он за мной летит, что ли? Если он за мной летит, это плохо, потому что мне бен скачается. Да, он развернулся. Это точно. Хотя нет, он удаляется. Значит, улетаем. Надо срочно. 4% бензина. Все, летим. Взлетай. Я понимаю, тяжело, но надо взлететь. И мы тебя посадим где-нибудь, построим дом. Обустроим, защитим тебя. Так. Сложно тут будет, сложно. Я вижу свинку тут, хорошо. Даже очень хорошо, что мы сюда прилетели. Так, все, садись. Все, это наш дом будет.
Давай тебе закроем, господи, я... Мне кажется, я не смогу построить нормальный дом, хотя попытаемся. Я убил только двух животных, все-таки корову я тогда не убил, к сожалению, то, что я попал один раз. Жаль, жаль, жаль. Ну ничего, я тут свинку увидел, свинка хотя бы даст мне какой-то небольшой шанс. Вот это, конечно, я взлетел, давай, свинка. Не понял. А, все, все хорошо. Все, значит, будем рубить деревья. Ну все, самолеты закрыл, я думаю, его точно никто не угонит вот так вот. Так что, даже если его кто-то вскроет, на нем никто не взлетит. Так что все замечательно. Я думал, конечно, другой немножко дом сделать, но получилось именно так. Опа! А что это, на моем острове кто-то есть? А вот это вот я не знал. Причем на самом краешке, что это за замесы такие локальные на самом краешке? Давайте я к вам впишусь. Так, за домом, да, за домом они находятся, хорошо. Опа, это что такое? Это плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Только не подбирай лут. Я надеюсь, это другой чувак, и он будет защищать свой дом. Да-да-да, отлично, отлично, отлично. Так, хорошо. Хорошо, он вставил стенку. А, он хотел подстроиться. Что? Откуда? Откуда меня убили? Откуда? Тут два Деда Мороза еще. Меня вообще где-то с той стороны убили. Я думал, он хочет застроить стенку, то, что мы пробили стенку. Он хотел подстроиться, я же не знал. У него выглядело как стена. Блин, тут очень интересно. Я хочу сюда вернуться. Вот тут, мне кажется, у меня больше шансов. Ух ты, а там тоже у нас заутыши и прям хороший дом. Но мне не туда, мне надо туда на рейд пойти. Тут везде рейды, тут везде заутыши. Господи, у меня просто... Я не знаю, куда бежать, я разрываюсь. Обычно, знаешь, слышишь замес, идешь туда, а тут ты не знаешь, там рейдят, там какие-то заутыши около военки. Вот тут вот около аэропорта тоже какие-то заутыши с рейд-пушками непонятные. Везде хочется побывать, но я все-таки решил пойти именно туда на рейд. Ё-моё, кто сюда так самолет посадил? Главное, чтобы меня не начали рейдить, потому что у меня все-таки деревянные стенки, и у меня там неплохой такой утец собрался. Так-так-так, что это было? Кто мне... Откуда мне прилетает? А, там сидят. Получается, один крысит, второй стреляет, я понял. Они думают, что мы все в тиме, а на самом деле нихера. Так, надо в дом зайти. Может быть, тут есть подъем, подъема нет. Да, там НТВшка рейдит. Блин, хочу НТВшку. Давай их запугаем немножко. Мне нужно надо убить свинью. Вот так вот. Давай, 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 давай. Хорош. Он убил, судя по всему, одного. Блин, не получилось его убить. Так, это человек? Да, это человек, убили, убили, убили. Да ты идиотина, что ты меня стреляешь? Что ты меня стреляешь? Не стреляй в меня. Я ж тебе помогаю. Я тебе помогаю. Помогаю, помогаю. Помогаю. Почему, почему? Давай в мир. Да он меня целит, он такой вообще приколист. Ты чё, ты меня целишь? О, господи, зачем? Тебя сейчас убьют. Ладно, так уж и быть. Я же тебя мог уже 100 раз убить, я не понимаю твою логику. Тебя сейчас убьют сейчас, 100%. Ладно, убьем его, он мне мешает. Убиваем. И еще, причем я его убил. Так, там какой-то чувак подошел, я тоже сейчас подойду. Вот так вот. А, чувак в этом доме еще живет. А это сосед, что ли? Да, в доме топает. Фигово. Так, один на доме, я понял. Блин, а что это такое? Что за ерунда? Блин, не прогружаются двери, что ли? Это у всех такая... Я это смотрю в чате, это вот такое же пишут. Я хочу попробовать кое-что сделать. У меня есть план. Так, у меня есть план. Вот такой вот план. Давай, убейся, убейтесь. Ну. Не засчиталось, что ли? Не засчиталось, ё-моё. Опа. Смотрите, где я появился. Блин, ну почему? Почему? Тут тоже какие-то... Мне какой-то снайпер с 330 метров убил с воды. Опа, здравствуйте, здравствуйте, ребятишки. Сейчас я к вам приду. Здорово! Ух ты, неплохо так он пережил урон.
Ух ты, а это у нас вкусный работяга. Все, это сейвим точно, очень много патронов в милитаре потом пригодятся. Так вот, у меня уже сколько петард осталось, прям замечательно. И еще что я хотел показать, это носочки, смотри, сколько у меня уже их. Прям, я не знаю, мне нравится, уютно. И даже клево то, что сейчас ночь, но ее скоро не станет. Вот и снайпер, я нашел снайпера, который меня убил. Я нашел, вот, у меня только такая кратка. Вот он их прикрывает, я понял. Так, главное дострелить. Вот так вот, хорошо. Я не думал, что у меня будет перезарядка. Я думаю, сейчас еще вторую пульку пущу и все. Но нет, все, он теперь не будет так снайперить. Я думаю, а что у меня с воды кто-то убивает? Это вот снайпер фигачит. Построил себе, значит, дом на воде и стреляет. Вот он, конечно, коммутозится, туда-сюда бегает. А вот не надо так империть. И лежать на одном месте, и типа тебя никто не увидит. Все, то дом зарейдили окончательно, ничего не осталось, смотри, все, я опоздал. Так, попробуй что ли еще раз его долбануть? На тебе вот так вот. Ах, не успел. Вторую пульку запустить ему. Он какого-то человека с 330 метров убил. О, отлично, я его убил, я ему отомстил. Вот это вот EXD снайпер. Подожди, он меня, получается, отсюда убил там, где блокую аэропорт. Да, так можно вообще? Там простреливается. Но главное, что он понял то, что не надо вот так вот кемперить, и зато придет такой же снайпер, который тебе дает по щам. Опа. Здравствуйте. Опа, неплохо. Сколько там? 219 метров всего-то. А клевая снайперка. А еще будет очень клево, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, нажмете колокольчик и оставите комментарий. Увидимся уже в следующей серии на Pay. Будем продолжать проходить Battle Pass. Спасибо за просмотр, удачи, друзья, и до скорых встреч.